Гостиница «Икар» на территории парка Дракина возвращена в собственность муниципалитета. Напомним, в 2008 году администрация Серпуховского муниципального района и парк Дракина заключили договор аренды гостиницы «Икар». В связи с тем, что выявлены нарушения по внесению арендных платежей, в 2019 году было подано исковое заявление в арбитражный суд Московской области о расторжении договора аренды с требованием освободить здание и передать его арендодателю. Суд заявление удовлетворил, решение вступила в силу в феврале этого года. В связи с тем, что арендатор не исполнил данное решение суда в добровольном порядке, администрация была вынуждена обратиться в службу судебных приставов. И сегодня с участием Федеральной службы судебных приставов данное здание гостиницы «Икар» было передано, возвращено арендодателю администрации городского округа Серпухов. По акту приема-передачи. Представитель парка Дракина подписал акт приема-передачи. Гостиницу осмотрели и приняли обратно в муниципальную собственность.